Бамбу! Короче, сегодня едем на контест в Краснокамск, там парк маленький, я не хочу там участвовать, поснимаю просто локальных пацанов. Короче, приехали с бани в парк, в парке никого, стол сырой, хотели сейчас пару трюков снять на стол. Короче, ничего мы не снимем, может быть в Колпинге сейчас покатаемся, а там трюки поснимаем. Короче, решили ничего не снимать в парке, так как там было сыро. Сейчас мы пошли за билетами, вот мы уже на вокзале, идем вон с баней. Все, сейчас, короче, купим билеты, сядем в ласточку и поедем в Краснокамск. Там уже в Краснокамске встретимся с Яриком, пацанами. И я покажу вам парки пацанов локальных. Привет, подписчики Степа Бамбро. Можно материться? Нет. Парк? Не очень. Ну ладно. Всем привет! Это начало нового видеоблога Степы Бамбурова. Сегодня мы находимся на контесте в Краснокамске. Ой. Короче, сюда в парк пришел чувак, который не катается уже год. Тёма, покажись. Ой, это на канал? Да. Я сегодня участвую. Чего ты не участвуешь? Короче, уже начали кататься любители. Ой, новички. Сейчас вон тут вот Вася, потом еще какие-то тут чуваки, вот эти локальные из Краснокамска. Я ебал, мне кажется, я ничего не сделаю. Катаемся. Нашел кого интервью взять. Нашел. Короче, новички закончили, сейчас будут любители. Новички немного фигово себя показали, но ничего страшного, там есть пару крутых чуваков. Короче, сейчас будут выступать проще, я подсниму пацанов, и если я захочу снять свою линию, я ее обязательно сниму. Вот он! Грамоты. Там еще подшипники и
Подари 100 рублей. Третье место по итогу Game of Scoot'а выигрывает Мияги. Давай руку, друг. Все четыре. Ваня! Вроде... Ваня, я в тебя верю. Помню. Так ты руку тебе там шкурка нужна была. Да. Тебе такую надо или в клетчатую? А какая клетчатая? Ты еще и выбираешь, я думал, ты клетчатую. Давай тут. Спасибо. Кто? А нахрен они ему нужны? Он их продаст. Что за грибсы? Если что, Тёма не катается уже год. Да. Человек, третье место занял Зырянов Егор. Где он? Слушайте, мне надо. Че, тебе два подшипника нужны? Конечно, нужны. Мне нужно поменять. Второе место. Алексей Огнев. Нет. Данила Фаскер, второе место. Нет, второе место. Бамбу. Бамбук. Второе место занял. Ура. Бамбук. Я занял второе. Поздравляю тебя, Бамбук. Давай камеру. У человека... А, у человека вроде намотки, да? Ничего страшного, я... Не, давай это грипсы, я их продам. А можешь, Тим? А, ну ладно. Четыре подшипника. Вот это ты зря сказал. Вот, ты понял? Как минимум, это уже не шкурка за 250. За 900! Соточку. Баренды и два подшипника. О, долг мне когда отдать? За первое место. Ты получаешь... 100 рублей. Второе место занял Крем. Ура! Ну, награды не отличаются. Первое место занял Фадей. Ура! Красавчик! Одинаковые призы домой. Говорю, стрит вообще. Я думал, у меня не хватит призов. Но все. Короче, все, контест закончился. Там было три категории из стрит. Ну, короче, я забрал второе место на этом контесте. Фигнёй позанимался. Ну и все, сейчас мы идем к Бондарю. Завтра мы уже поедем в Пермь. Там, может быть, завтра поснимаю. Может, не буду сегодня выкладывать это видео. Все, давайте. До завтра. Короче, все. Вот следующий день. Вчера я переночевал у Бондаря. Только что я приехал к Вадяну. Сейчас мы поедем в парк. Короче, все, приехали в парк. Сейчас мы раскатаемся на мини-стол и пойдем снимать в квотере, может быть, через короля. Что-то типа вечеринки. Мой огромный стейк не поместится в руках. Я доедаю мясо, танцую на костях. Это тоже твой кусок, и я готов тебя кормить. Но прежде чем попасть в мой круг, прекрати себя любить. Что ты делал, когда право дали жарить с полотарь? Когда блади дали шуму, его оказалось мало. Тут торцы и бутылки, друзья и улыбки. Пиццы и типы, ну что-то типа вечеринки. Члены на руках, обновил бокал. Я летел на полчаса в путейку дурака. Садить свой индир, все в чем был это гига. Это не привычка, это моем ДНК, да. 50 coming out your stereo, hard to tell. Бэкстейдж со съемок Бамбука. В общем, ребята, у меня есть YouTube-канал, называется Вадим Пермский, ссылочка будет обязательно в описании. Еще я провожу тренировки по трековому самокату. Если что, у меня в последнем видосе указана ссылка на мой профиль ВКонтакте. Заходите, пишите, записывайтесь. Всех приму, всех люблю. Трюки я делаю. Сейчас метком мастерами. She backed it up on me, I'm like, oh man. I got close enough to her, so I knew she could hit. System thumping, party jumping, I said no. Я в такой же майке стоит 10 лет назад. Правда, так квадрат был довольно тесноват. Слопнул их лояк, сделал в стиле акробат. Запах дыма и закат, но богатый без зарплат. Этот трек я помню на 10 лет. Клиент мне на
15 в середине, чтобы записать его. Сейчас включил все на виниле, в косяке не палило. В меру хапнутый пиздеца, в меру волевой. Чтоб могли вот так здесь собраться. Это было нелегко, если вкратце. Я аула своего, много лет тут текло. С потом здесь вокруг, как будто спид инфо попрать. Вам нужны были я и хлеб, а мы жарим мясо. Вот почему мне не мешает донать ухе. Мы живем не как живут все. Передай мой косок, что слабо тяжело. Рядом жарят планты, напаленные пацаны, накаленные мантры. Роксы, бутылки, друзья и их улыбки. Пиццы и типы, ну что-то типа вечеринки. Мой огромный стейк не поместится в руках. Я доедаю мясо, танцую на костях. Это тоже твой кусок, и я готов. Короче, все, подошел трехдневный влог к концу. Снимал очень много, но получилось на видос мало материала. Подписываемся на инсту, на телеграм, на баню, в инстаграме, в ВК. Все, всем пока.